Доброго здоровья всем. Вот, опять собрался сегодня. Сейчас 2:30 утра. И до времени, как на работу идти, короче, съездить опять на то же место. Потом еще попробовать через лесок пройти. Правда, с велосипедом не знаю, как, короче, получится. Вот, покопать. Вот, приехал я, правда, на другое место. Вот тут тоже дисковыми боронами прошлись, короче. Просто я видел, сюда трактор ехал. Сейчас я вот, судя по карте, вот за этими, ну там рожь растет, конечно, туда не полезу. За этими двумя деревьями, ну, в 100 метрах от деревьев, судя по карте, короче, была тоже деревенька, короче. Но верить картам... Короче, там, где я копал, показывал, да, вот эти два видео, там эта деревня вообще не обозначена была. Обозначена была за 500 километров чуть дальше. Может, поэтому там у меня находки были. Никто как бы там не ползал, потому что, говорю, на карте она не была обозначена. Вот. Сейчас я вот ползаю тут по деревьям, посмотрю, что тут. Если что, вот тут трава растет какая-то. И там тоже деревня была. Там даже мельники жили. Мельник жил. Во. Все это рядом, около нас. Там в районе 5 километров. 3-5 километров. Ну, не знаю, как поля мерить. Велосипедом меряю. Вот. Поэтому сейчас тоже признаки посмотрю. Тут если есть, есть. Ну, так-то... Должно быть. Ну, короче, признаков пока никаких деревни не нашел. Кроме как видно, что сюда свозился навоз нафиг. Вот. Сейчас проеду туда нафиг. По зеленке. А я был вон там, короче. Где-то с километр туда вниз. Короче. Вот. Хотя можно было походить. Времени жалко просто. Скоро. Я как бы же на работу. Потом мне надо. Где у меня лесопед-то стоит? Где оставил я его? А вон он. Все. Вот. После нескольких... Пару часов, короче, проходил бесполезно. Ну, зато хоть посмотрел, что где можно, как бы это. Ладно, будем думать, что это с пользой время провел. Вот, приехал обратно сюда, на это место, где я тут все, вот это, все время сюда езжу. Последнее время, как бы, копать, короче. Сейчас я вот так пройдусь, и вот этот бугорок, и нафиг. Вон. Там за лесом, вот за этим, тоже обозначена на карте деревня, но я говорю, верить картам фиг его знает. Хотя составляли краеведы, написано. Вот. И нафиг уйду в лес. Может, там дорога какая-то была, может, тоже посмотрю нафиг. Ну, тут так-то походить можно. Время сейчас у нас что? 5 часов утра. 2 часа-то можно походить. И потом домой. Ну вот, на бугорок, который я хотел, короче, стал ходить. Монет нет, конечно, что-то. Вот сейчас попалась, короче, такая штука. Не знаю, что такое. С какими? Интересно. На карман. Ну вот, еще крест, вот, лепесточек отломленный сверху. Попался. Вот, кроме крестика и там этой штучки не нашел, короче, ничего. Вот я и в лесу, короче. Но тут, конечно, точно дороги не было, потому что тут речка такая, блин.
Может быть, там, в той стороне, как бы леса, где там типа просеки, короче. Но я сейчас так просто пройдусь и посмотрю. Вот. Тут так-то хорошо, ни травы, ничего. Красота. Деревья скрипят. В основном сосны. Короче, в лесу там глухо, короче. Там не стал я ничего там. Короче, побродил. Одни какие-то крышки железные от банок почему-то там полно, короче. Не знаю. Вот, вышел опять на поле, короче. Капсюль. Ой, не капсюль это. От гильзы. Калибр не знаю. Но видно, что старенькая. Но почистить можно. Рассмотреть. Что-то там 90. Наверху еще даже написано что-то. А, Тульский завод написано. Вот что. Тульский З, короче. Вот. Вот еще одна находочка. Металл. Бронза, наверное. Тяжелая такая. От чего-то. Какой-то посуды. Чик. Тяжеленькая, блин. Вот эти пробки, да, от этих, типа пенициллина или что там. Ну, говорят, что типа, ну, скотину вакцинировали, да, скорее всего, это так, но только это завозится вместе с навозом, мне кажется, на поля, которые вывозится навоз. И завозится с навозом, нафиг. Полно таких, короче, штук. Видите, вон, вот это вот навоз, короче, разравнен. Здесь тоже была деревня. Вот здесь я две монетки находил. Тут тоже, видите, вот, копачи тут какие-то были. Большой слой навоза. Ладно, что, ничего не накопал, то монетки так и не нашел, короче. Вот что показал только и все. Всего доброго.